велосипед Stern Energy 1.0. Собирался в магазине. У клиента два велосипеда. Один велосипед мы делали в том году, сборку. И там все хорошо. То есть клиент приехал через год. У него все хорошо, делать ничего не надо. Чуть-чуть поднастроил задний переключатель, потому что рубашки тросики растянулись. А вот этот велосипед они купили в магазине и собирать стали в магазине, соответственно, не в мастерской. И привезли нам его спустя, соответственно, вот, ну, год, грубо говоря, летом купили. Сейчас зима, то есть полгода откатались, привезли. Здесь, соответственно, передняя втулка вообще не крутится. Все очень плохо, все сильно закусывало. Задняя втулка тоже сильно закусывала. Рубашки и тросики были разведены неправильно, некрасиво. Не так, как мы разводим, чтобы, видите, они об раму не терлись. Только вот здесь вот внутри слегка, чуть-чуть вот там вот будет задевать. Перебрали, соответственно, обе втулки. Поправили роторы, настроили тормоза. Настроили оба переключателя нормально, чтобы адекватно они переключались. Подрезали все рубашки и тросики. То есть убрали вот здесь вот петлю, вот эту вот дурацкую. Здесь все перекинули красиво. Теперь все работает намного четче, намного адекватнее. И, соответственно, обраму вот в этих местах протирать не будет, потому что, видите, есть зазор по всей длине. Но это вышло дороже, соответственно, клиенту, потому что изначальная сборка у нас была раньше 800 рублей, а вот сейчас, если с переборкой втулок, это получилось 1400. Потому что пришлось втулки полностью открывать, полностью менять смазку и, соответственно, дольше по времени, больше по работе. Но, с другой стороны, теперь здесь смазка будет уже хорошая, фирменная матюль, которая прослужит как минимум пару лет, а то и больше, особенно если будет кататься женщина, соответственно, она не будет в грязь лезть, не будет там прыгать никуда. И с такой хорошей смазкой, скорее всего, даже, может быть, и 2, и 3 года велосипед проедет до следующего техобслуживания, потому что износа трансмиссии практически никакого еще нет, колодки живые. То есть я скажу, соответственно, порекомендую через пару лет приехать и посмотреть, что с этим велосипедом произошло. А вот с предыдущим велосипедом за год не произошло ничего, все хорошо. Через год клиент приедет, соответственно, посмотрим опять же цепь звезды, посмотрим тормоза дисковые и посмотрим заднюю втулку, потому что передняя втулка там нормальная, а задняя втулка чуть-чуть микролюфт начинает появляться. Человек тяжелый, катается много. То есть обращайте внимание, как у вас крутятся колеса при покупке в магазине, то есть снимаете колесо, крутите его в руках, проверяете, как оно работает. Дальше проверяете, соответственно, настройки переключателей, смотрите, чтобы у вас рубашки-тросики шли красиво, ничего нигде обраму не задевало. И чтобы роторы крутились, тормозные диски крутились хорошо, ничего не чиркало, не было никаких скрежетаний в процессе вращения колеса. Ну, грубо говоря, вот то, о чем я говорю, что если вы сразу приносите велосипед, вам его делают, вам его хватает на пару лет, и это стоит дешевле по сборке, чем вы приносите велосипед через полгода, через год, и это вам выходит в два раза дороже по, скажем так, приведению в нормальное состояние. Но вот теперь велосипедик покатается еще долго.